Дети обожают десерты от Kinder, но, к сожалению, полезного в них мало. Я предлагаю вам приготовить молочный ломтик дома по очень простому рецепту. Шоколадные коржи и сливочный крем, просто и вкусно. Чтобы приготовить молочный ломтик в домашних условиях, приготовьте тесто и испеките корж. Корж нужно разрезать на две равные части и оставить в холодильнике для созревания. Затем взбейте сливочный крем, смажьте один корж, накройте другим и выдержите в холодильнике не менее 2 часов. Вкусный десерт готов. Подробнее, как приготовить молочный ломтик, читайте в пошаговом рецепте. Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты. Яйца взбейте с сахаром. Добавьте 125 мл сливок. Добавьте 125 мл сливок. В конце добавьте ванильный экстракт. Противень застелите бумагой для выпечки, смазанной маслом. Тесто вылейте на противень и разровняйте. Выпекайте корж при температуре 180 градусов в течение 20-25 минут. Готовый корж остудите, разрежьте пополам, заверните в пленку и оставьте в холодильнике на 1 час. Сливки взбейте с сахаром, затем добавьте маскарпоне и ванильный экстракт. Взбейте все вместе до однородности. Выньте коржи из холодильника, смажьте одну половину сливочным кремом и накройте второй. Заверните в пленку и охладите в течение 2 часов. Через 2 часа нарезайте на ломтики и подавайте с любимым напитком. Приятного аппетита!